стреляй в своих, все. А похуй. Ну они говорят, что нет. Старый поляр. Да ебать, старый. Хотя. Ну да, похоже на правду. Ну похуй, стреляй не в белых, все. Остальное нам и не важно. О, блядь, техника. Баба! Убит. Знаешь за что? На троне. Что-то там сыренькое я чую есть. Но. Бля, что у нас сантехник подбит-то, блядь? Ему тут грязь капает. Ему грязь тут капает. Парни! Сзади! Давай, Виталик, подсаживай. Штымах там сверху. Ну, слезай. Вон он, штымах. Каску надо носить.
Так, прыгнем в кусты сразу в этот, вниз. Тут бор, вон. О, бля. Сразу налево, как сходим налево. Пошли. У них рез стал, да? Да. Блять, сейчас рез будет, надо растянуть. Сейчас будет рез через минуту. Вот там? Прям буквально 50 метров. Видишь? Метров 10. Вот там, блять, будут все выходить сейчас мертвые. А? На ту сторону перейти. Я щит хуй нет. А что, у нас есть выбор, бля? Хорош. Давай поглубже, поглубже. Бетры наш видите, на которых ехали? Вот мы справа от них в леске. Давай ждем вас и тянем вперед. Право, право, направо, направо от бетров. Я вас вижу, вижу вас. Нихуя ты, блядь! Вот это мне, вот это вот мне нравится, да? Камуфляж, бля. Это, блядь. Антоха, блядь. Пойдем, пойдем. Антоха, мать. Да. Вот там у них, вот, они выходят, это. Я их вижу прям. Да. Да вон, вон, между от меня на 12 ровно, вон между деревьев. Но далеко, не залетает. Кустов много, по кустам шарит. Антох, видишь, спереди как бы, как, ну, есть укрытие, да, вот за березкой. Надо туда, ближе к нему. Блять, научись, ебаный рот. О, хорош. Миномет-то наш, блядь? Ага, походу. Вон они, ебашь, наш. О, я думаю, что надо. Чуть левее, мужики, чуть левее! Не туда, ебашки, блядь. Какие обоймы короткие. Огонь. А вот и я. Давай, там, там прям, да хуя сейчас увидишь, сейчас наклепаешь, блядь. От тебя вот сзади прям кустах. Справа? По, да, по прямой прям. 180 своим корпусом, и там кустах синий полез, прям просто. Только надолго не вылазит. Раз, два, три. Стой! Магазин. Давай, Виталь, попробуй.
Давайте все втроем, на счет три. Раз, два, три. Ну, блядь, штук трех-четырех. О, красные идут. Так, что делаем? Одиночку, блядь. Смока бы сейчас пригодились. Кто? А? Смоки. А, да, я был, смок. А, дом, дым. Дом. Смол. Да, блядь, там, бля, уже скосили человек 10. Прям выглядываешь и просто хуярь в лес там увидишь. Слушай, надо обходить, хуйня все. Сейчас выйти, выбьем, вибим, они улетают. Мы, блядь, за этой хуйней. Че, прилетел, нет? А, ты бьешь, я думаю, гранат прилетел. Блядь, обосрался нахуй. А помнишь, мне на сутках я лежу и мне пожалуйста, гранаты прилетают. Я такой, ебать туда, а потом стрелять, потому что яйца взорвало бы. Да, прям на 12 часов. В лес в полосе, близко. О! Заебись! Мужики, они справа, справа в лесу, справа в лесу! Минус, минус, минус! Красава, Антоха! Я тебе, блядь, медаль выдам! Бля, летит прям вот... Да! Левее. Минус, минус два. Хорош. Мужики, первый раз, я его еще не вытащил. Блять, это хуй. Я надо зажать и вытащить. Зажать, нажать и держать? Нет, зажать и вытащить. Бля, там очень дохуя. Мы дорогу не видим. Дохуя. Я вообще никого не вижу. Кто живой, где вы? Бля, хорош! Ебать, четко! Стой! Мы все там же, мы все там же. Я и Виталий все там же. У вас что за статус? В армии, короче, с грузовика спрыгивал. И автоматом ремешком сцепился, блядь, за борт. И руку вывихнул, блядь, почти жестко, нахуй. Потом всю жизнь мучился, блядь. О, лесной гриб. Вижу, вижу, вижу. Ебаш. Если видишь. Это свои, блядь. Повестку видно? Я не вижу повестку. А, да, вон они. Вон они, вон они, вон они, вон они. Оттуда, оттуда, оттуда. Давай, растягивайся. Слышь, давай вон с того бревна. Да, 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 потихонечку, потихонечку. Блин, чё куда ты за эту хуйню, блядь? Не, я даже не понял на самом деле, где он. А я видел дым, там корень, вон, за, вот видишь корень, вот за ним я Да, если бы, блядь, рядом со мной почувствовал. Если бы мне, блядь, это на спину упало, нахуй. За шиворот, блядь.
Тебя чуть задницу не оторвало. Пиздец. Попить мне принес? Вот. Да. О, спасибо. Спасибо большое. Санина. Вот дорога. Вот да, мы сидим. Да, ну. Там наш ли. Там не наш. Это мы. Точка. Слушай, гамма вообще вот там. Бля. Там. Слышь? Антон. Да. Подползи, я рад. Вот чуть ближе вот моя рация. Второй момент, смотри какой. Они сползли с низинки. Если сейчас мы их реально погоним, то они... Наверх. Они должны будут уходить наверх и оголяться, потому что их деваться некуда. Там дорога. Поможешь им и заебут. Но главное, чтобы фланг у нас не оголился. Там ребята сидят. И мы их сейчас по большому счету так можем погнать прямо к этому самому. Вот здесь отсюда начать, как ни странно. Мы под этим лицом можем загнать их с этого сектора. Мужики, ваша задача додержать фланг дороги, чтобы синие не прошли через вас. Мы, нам нужно выбить пулеметчика. Ты иди, на тапку. Прям до дерева добегай, все нормально, слава нас. Вон он, вижу. Блин. Я того снял. Все? Я не знаю, пулеметчик это или нет. Вон он, вон он, вон он. Левый фланг очистил, нормально. Снайпер, снайпера вижу. Где, где? А, давай сюда, где я. Вон сняли еще одного. Дальше, куда мы с Антохой пошли? Лесом, грубо говоря, вдоль дороги лесом. Все, еще одного сняли. Нормально. Сейчас с того леска еще одного сняли. Да? Минус один. Ладно, делаем последний. GoPro стоп видео. Не, ну что, давай посмотрим. Вон он. Не, ну красиво летит. Вот зато мы лезем. Да? Снимал? Ну вот. Дай голову. А давай обнимем. Да, все, все, хорош, хорош. Да просто прожектора врубили.